Алло, здравствуйте. Сообщаем задымление на первом этаже терминала аэропорта. Согласно замыслу учений, в зоне обработки багажа произошло возгорание из-за короткого замыкания. Как только персоналу стало известно о произошедшем, они незамедлительно сообщили в службу спасения и приняли меры к эвакуации сотрудников. Из здания вывели 15 человек, а вот двое оказались в ловушке из-за сильного задымления. На свежий воздух их вызвали уже сотрудники МЧС. Сегодня проведено тренировочное пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара в здании аэропорта города Саранск. На данных учениях привлекали силы и средства Саранского пожарно-спасательного гарнизона. Также организовано взаимодействие с пожарной командой аэропорта города Саранск. Поставленных целей и задачей пожарно-тактическое учение достигнуто. Также во время учений была проведена готовность личного состава пожарно-спасательного гарнизона к тушению пожара и аварийно-спасательных работ. Отдельно были отработаны действия оперативного штаба пожаротушения, тыла и связи на условном пожаре, вопросы взаимодействия пожарных подразделений с администрацией предприятия, прием и способ подачи огнетушащих средств, взаимодействие между подразделениями пожарной охраны и службами жизнеобеспечения городского округа Саранск. Анастасия Целигина, Народные новости.